господа, тотальный дестрой. Решила посетить немного заброшенных мест набережных Челнов. Вот, нашел какое-то вернуться на здание. Приехал. Причем на фотографиях еще был в довольно годном состоянии. А по факту тут со второго этажа даже все стены сперли. Просто все раздестроено, все разломано. Давайте все же походим, посмотрим, что тут есть. Здание двухэтажное, производственное назначение. Точнее, раньше, скорее всего, тут находились офисы какого-то производства. То есть пространство второго этажа, как вы можете видеть, было разделено на кабинеты. Кабинетная система с большими окнами. Конечно, сейчас уже не осталось ни окон, ни кабинетов. Все разломано. Рядом находились гаражи. Скорее всего, служебные автомобили там были, хранились, ремонтировались. Сейчас мы их там тоже глянем. Блин, очень много битого стекла. Пойдемте сейчас еще заглянем на первый этаж. Смотрим, что на первом этаже. Еще вроде есть подвал. Можно заглянуть в подвал. Посмотреть, что там. У меня вроде есть с собой фонарь. Как бы первый этаж не лучше, чем второй. Только тут сохранились уже стены. Но зато есть следы пожара. Это, походу, дело была кухня. Слушайте, похоже очень на кухню. Возможно, это была производственная столовая. Так, а где вход в подвал? Нет, я не видел вход в подвал. Ага, вход в подвал с улицы. То есть мы сейчас пойдем с вами еще на улицу. Пойдемте мы с вами зайдем еще в подвал, посмотрим, что в подвале. Благо, у меня есть фонарь с собой. Мы можем заглянуть. Вроде не затоплено, но, блин. Короче, тут, господа, бомжатник. Я, пожалуй, туда дальше соваться не буду. В общем, вот такой вот он заброс. Не знаю, как называется. В принципе, есть возможность подняться наверх, посмотреть, кто желает. Хотя вид, я думаю, тут будет посредственный. Если вы из Челнов и знаете, как называется это место, пишите в комментариях, что это раньше было и для чего. Ну, не забывайте ставить палец вверх. Надеюсь, я сейчас найду что-нибудь еще интересное для вас.